Близится полувековой рубеж. 21 октября крупнейшее обогатительное предприятие Мирнинской площадки «Фабрика номер 3» отметит 50-летний юбилей. Главная задача коллектива фабрики неизменна уже полвека – извлекать из руды на свет драгоценные камни, алмазы. Герой нашего следующего сюжета на фабрике работает уже более 20 лет. Рабочий день Игоря Дерипаска такой же бурный, как пенный поток во флотомашине. Уже более 20 лет он работает на третьей фабрике флотатором. Под его контролем от руды отделяются небольшие алмазы. Прежде чем попасть на этот участок, сырье проходит долгий путь по фабрике. И задача флотатора – следить за непрерывностью этого процесса. У меня много оборудования. Оборудование относится. Это машинки флотационные. Это мое основное. Классификаторы спиральные, насосы, грохота. Очень много. Конкретного рабочего места у Игоря нет. За 12-часовую смену он обходит вверенные ему участки. Нужно осмотреть оборудование и убедиться, все ли работает в штатном режиме. А здесь находится своеобразный центр управления участком пенной сепарации. Все основные процессы на мониторе, как на ладони. В случае внештатной ситуации Игорь Станиславович готов быстро сориентироваться и переключить оборудование в нужный режим. Сказывается 20-летний опыт работы. Хотя поначалу, как признается, было страшно. Жутковато было. Жутко. Ну, такое оборудование, я просто никогда не сталкивался. Не думал, что я попаду в это. Помогали, да. Помогали и обучали. Бывало, конечно, всякое. Сложности были. Ну, мне повезло с людьми. У меня люди хорошие попадались по пути. Игорь Дерипаска посвятил свою жизнь флагману алмазной компании, продолжая семейную династию. На фабрике номер 3 его семья трудилась много лет. Наш герой сетует, молодые кадры не спешат идти на производство. Не каждый готов к такой ответственной должности. Но те, кто остается, охотно идут к нему в ученики. Перенимать опыт, накопленный профессионалом, более чем за 20 лет. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».